Друзья, всех приветствую на своем канале Татьяна Татьянин День. Пройдемся по магазину Фикс Прайс, посмотрим новинки. Приглашаю всех к просмотру. Декоративные цветы по 249 рублей. Декоративные украшения. Яблочко, груша есть в красном цвете и зеленом по 199 рублей. Кроме ежечка и белочки у нас еще появились декоративные садовые фигурки по 149 рублей. Лягушечки веселые. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу. Фигурки по 199 рублей вновь к нам прибыли. Каспо декоративное в виде леечки. И второй вариант. Каспо декоративное в виде чайника. Для рыбаков привезли мотыль и опарыш. Добавка в прикормку. Бисквитный рыболовный мотыль плюс опарыш. Сухарь называется. Здесь 500 грамм. Цена 77 рублей за 500 грамм. Пройдемся по отделу в косметике. Посмотрим, что у нас здесь шампуни. Так, шампунь Нивея с хлопковым маслом по 99 рублей. 250 миллилитров. Рассчитан на нормальные волосы. Бережное очищение, здоровый блеск и сила волос. Рядом стоит шампунь Dove, тоже 250 миллилитров. Шампунь для тонких поврежденных волос против секущихся кончиков. Цена его тоже 99 рублей. Шанту с очищением и свежесть с экстрактом трав для жирных волос 149 рублей. Емкость 650 миллилитров. И здесь тоже. Тут идет у нас для нормальных и сухих волос смузи шампунь шварцкоповский. Шаума по 99 рублей 400 миллилитров. Шампунь Пандин Прави, густые крепкие волосы для тонких ослабленных волос 199 рублей. Вот интересно, бальзам ополаскиватель, воздушная пенка, воздушное питание и ополаскивание без утяжеления для тонких волос. Пандин Прави. Пенка стоит 199 рублей. Шампунь Пальмолив. Питание и сила. Шампунь с маслом авокадо. 99 рублей. Здесь 350 миллилитров. Линии красоты 350 миллилитров по 55 рублей. Увлажняет и придает здоровый блеск волосам для ежедневного применения. 350 миллилитров. Есть шампунь на целебных травах, целебные травы для окрашенных волос, фитобаланс, косметическое масло для блеска и сияния волос по 55 рублей. И витаминный шампунь «Здоровье от природы» с экстрактом шиповника и крапивы, тоже 55 рублей. Емкость этих шампуней по 500 миллилитров. Кокосовый бальзам для волос, ламинирующий. Свежая косметика с пребиотиками по 77 рублей без консервантов. И второй вариант — это вот репейный бальзам для волос. В составе находится свежевыжатое репейное масло, имбирное масло, таурин и плюс пребиотики по 77 рублей. Из этой же серии есть кедровый шампунь для волос, питательный, кедровое масло, взбитое масло лесного ореха, аминокислоты шелка и пребиотик. Три вида. Вот такой вот называется серия «Свежая косметика». По 245 миллилитров в пузыречке, цена 77 рублей. Из этой же серии «Свежая косметика» есть масло для душа, цветочное масло,
свежевыжатое масло цветов апельсин, абсолют розы, эластин, пребиотики. Увлажняющий вот гель для душа с маслом манго и кокоса, плюс кокосовая вода. Производитель этой свежей косметики — Московская область, Раменский район, город Раменское. Палмолив мицеллярный уход. Это гель для душа с мицеллярной водой и экстрактом льна. Привезли нам подставки для бумажных полотенец по 149 рублей. Деревянные. Без упаковки. Фирма Kitchen. И также пришли деревянные подставки для ножей. Цена 249 рублей на них. Пиалы бульонницы 700 миллилитров, 7,7 рублей. Такой гофрированный рисунок. Очень аккуратненько смотрится. Фирма Kitchen. Стаканчики высокие с нанесением золотого рисунка. По-моему, он просто наклеен. 230 миллилитров умещается в этот стакан. Цена 55 рублей. И с таким же рисунком низкий стакан, тоже 250 миллилитров, но он более широкий. Цена 50 рублей. Бульонница с ручками 600 миллилитров по 99 рублей. Фирма Kitchen. Бульонница пиала на 800 миллилитров. Цена 99 рублей. В продаже появились кружки сито с крышкой, пластиковые. Они идут с донышком специальным, чтобы не просыпалось ничего. И сверху крышечка. Пластиковые кружечки. Очень удобно. Цена такой кружки сито 199 рублей. Тарелочки детские по 15 сантиметров в диаметре, 55 рублей. Но они идут с дефектом. У них вот вся аппликация, вот эта вся стерлась. Или это остатки, уже брак лежит. Коврики для пикника появились 100 на 180 сантиметров. Коврик для пикника с чехлом идет 299 рублей. Есть вот такой красивый зеленый цвет в клетку и голубой. Стульчик складной 27 на 30, высота 57 сантиметров, спинкой. 299 рублей. Пластиковые садовые кашпо. Два цвета, коричневый и серый. Есть крепление, цепочка и донышко, подставка. Цена 249 рублей. Красивые яркие пакеты, упаковочные сумочки. Ну, какие красивые сумочки. С пластиковыми ручками. Печенье «Сдобная цветочная история» в металлической упаковочке, 150 грамм. 99 рублей. Наконец-то к нам привезли держатель для кухни принадлежностей. Вот такая полочка с крючками. Здесь 4 крючка и еще такой стаканчик. Можно повесить на кухню
Вот так она будет выглядеть. Способ крепления — саморезы. Саморезы в комплект не входят. Цена таких держателей 249 рублей. Сковороды блиницы 24 сантиметра по 199 рублей. Очень удобные. Блиницы с антипригарным покрытием, сделано в России. Надежное многослойное покрытие написано. Цена 199 рублей. В отделе кружечек появились вот такие единорожки, кружечки, или как их назвать. Кто это такой? Кружка на 450 миллилитров. Кружка-единорожка. Кружки с трубочкой матового цвета, красивые. На 520 миллилитров цена 99 рублей. Кружки с крышкой. Вот очень удобно для заваривания каких-нибудь чаев вкусных. Кружечка с крышкой 375 миллилитров. Посмотрим, где она. Кружка с крышкой. Вот она, 149 рублей цена. Пластиковые мисочки по 13 рублей. Стакан пластиковый. Красивый. 8 рублей 30 копеек. 6 штук можно купить за 50 рублей. Бутылки спортивные. С ситечком, шейкером. Не содержит бисфенола. 600 миллилитров. С градуировочкой идет. Бутылочки для воды по 700 миллилитров, фирма Kitchen, разные цвета, есть зеленые, синие, внутри даже лежит ремешок для удобного ношения этой бутылочки. Набор для творчества называется «Кактус». Туда входит ткань, нитка, игла, наполнитель, горшок и инструкция, как собрать вот такой красивый кактус. Цена 199 рублей. Извиняюсь за шум, идет приемка товара нового. Скоро будем смотреть, что привезли. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Набор складных коробок 32 на 32, высота 9 сантиметров с ячейками. В наборе две штуки, цена 199 рублей. Коробки складные с крышкой, здесь уже 24 секции. Есть и розовые, и зеленые, и серые.